В акватории Амурского залива во Владивостоке прошел профилактический рейд. Так как рыбаки выходят на неокрепший лед и игнорируют правила безопасности ради любимого хобби. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические беседы и раздали информационные памятки. Это оказание первой медицинской помощи. Я хочу сказать, при утоплении. То есть супруги ваши дали тематическую брошюру. Целью этих мероприятий является безопасность людей на воде зимой. Патрулирование показало, что на тонком льду находилось около 500 рыбаков. Доводим наши телефоны 112, 101. То есть даже предлагаем их забить в телефон, в справочник, чтобы в случае, в экстренном случае, если они вдруг увидели, как сосед, не дай бог, провалился, ушел под лед, не могли вызвать спасателей. Доводим информацию о том, что выезд на лед транспортных средств у нас запрещен всегда. Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз настоятельно рекомендует не рисковать своей жизнью и быть бдительным к окружающим. Уважаемые граждане, лед еще не окреп, поэтому выход на тонкий лед опасен. Дождитесь становления льда. Согласно постановлению, во Владивостоке запрещен выход людей на лед до 31 декабря 2023 года и с 1 марта 2024. При этом выезд на лед на автомобилях запрещен на протяжении всего года. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.